Здравствуйте. 25 апреля, 18 лунный день. Создать сумя с элементами земли. День для людей женского пола благоприятнее призывать благосостояние, строительство, начинать новый жизненный путь, подписание контрактов соглашений, посадки семян деревьев, развитие благородных дел, праздник новоселья, устранять негативные проявления, проявление щедрости, быть меценатом. Ребенок, родившийся в этот день, будет наделен стремлением к высоким целям, мудрым, нравственным, будет иметь желание помочь всем живым существам. День неблагоприятен для установления фундамента, для выезда, путешествий. Благоприятен для людей, родившихся в год змеи и курицы. Неблагоприятен годам дракона, собаки, овцы. Дункардуане, на время березки, Дункархорл продолжается, и в Луганском Сукчандуане, Саану Бугану, Гунридуане, Хованамчи. Будьте благородными.